Это третья линия, самая последняя. Она стоит для того, чтобы подошли основные силы. Это не долговременная защитная, будем говорить, защитный рубеж. Он именно на определенное время рассчитан. Учитывая, что в расстоянии 400 метров находится лес, это говорит о том, что даже на эту дальность, которая оптимальна только для стрельбы из танкового пулемета. Поэтому, с военной точки зрения, эта позиция является для тяжелой техники неудачной. Она не позволяет реализовать мощь основного вооружения. С военной точки зрения пункта вызывает второе сомнение. Здесь находится развязка дорог, которая с воздуха хорошо видна. И поэтому эта точка очень хорошо пристреленный ориентир. Поэтому войска, которые здесь будут находиться, они очень быстро будут уничтожены. Как тут находиться, когда ничего нету? Такое укрытие, я своих солдат и сам тут, я не займу это укрытие.